На улице Садовой областного центра сложилась любопытная ситуация. Здесь ведется строительство многоэтажки. Вот только территории стройки, видимо, не хватает. Потому то стройматериалы разгружают прямо на тротуар, мешая проходу людей, то, как в данном случае, и вовсе перегораживают пешеходную дорожку. При этом горожанам обходить баррикады предлагают по проезжей части. В ситуацию уже включилась мэрия. Комиссии управления муниципального контроля пришлось разъяснить застройщику правила пользования муниципальной территорией. Установили, что там проводится как строительная работа на самом объекте, так и рядом ведутся земляные работы по прокладке коммуникаций, собственно, вот к строящемуся дому подводится вода, газ и так далее. Действительно, были ограждения, сигнальные ленты, был затруднен проход пешеходов. В общем-то, меры были приняты, сейчас свободный доступ есть для свободного движения пешеходов, то есть и ленты, и ограждения, все это устранено. В настоящий момент действительно ходить можно.